Если бы все женщины были симпатичны, каждой в особенности своей, для фемма лично, то шея проходящих мимо них устала бы. От поворотов и нужен закатный станок губы. Где же набраться мужчинам такой силы, если бы женщины все были красивы? Каждая в особенности, телом и душой, любовь бы расцвела, как цветок большой. А рот тогда лучше закрывать, не то мухи залетят. Аромат бы окутал мощно поток мужчин. Если женщины добры и любезны, без причин, в них бы влюблялись легко и просто, охотно отправляясь с ними на интимный остров. Рождается чистая любовь. Если бы все женщины были симпатичны, то мужчины бы потеряли нюх, альтруисты. We'll be right back.